Из Евангелия от Матфея. В то время Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Из писем блаженной Болеславы. Необходимо окрылять души ближних упованием, а самим быть терпеливыми, кроткими и милосердными. Нужно быть добрыми, очень добрыми ко всем без исключения. Пусть наша доброта и любовь учат любить Иисуса. Пусть все увидят в нас истинный образ своего Спасителя. Великие дела творит Господь благодаря смиренным душам, если они полностью Ему преданы, особенно если же они способны забыть о себе, что невозможно до тех пор, пока душа не соединится с сердцем Иисуса. Так станем же пылающим факелом, сгорающим для того, чтобы вокруг разжигать огонь Божьей любви. Помолимся. Боже предвечная Троица, прославляем Тебя за святость жизни блаженной Болеславы и по ее заступничеству веряем Тебе нас и наши намерения. Через Христа Господа нашего. Аминь. Блаженная Болеслава, молись о нас.